Путин шантажировал полмира и в первую очередь Европу прекращением поставок энергоносителей. Пугал холодной зимой и голодом. Однако после сокращения импорта из РФ страны ЕС не только выжили, но и улучшили свое экономическое положение. Как угрозы Кремля и губительные поступки представителей путинского режима в очередной раз обернулись против самой же России? Рассмотрим это на примере Италии, некогда одного из крупнейших торговых партнеров Российской Федерации. Загнивающая Европа. Очередной миф российской пропаганды разбился о скалы реальности. Почти весь 2022 год Путин и его прокремлевские СМИ рассказывали, что санкции, наложенные на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, навредят в первую очередь европейской экономике. И вообще не будем ничего поставлять. Действительно, к началу прошлого года российско-европейский товарооборот был значимым. Страны ЕС закупали большое количество товаров в Российской Федерации. Европа достаточно серьезно зависит от поставок российского сырья. Речь идет и о калийных удобрениях, речь идет и о мяке, речь идет и о предметах, и о золоте, речь идет о бриллиантах. Очень большой объем поставок был необработанной древесины. И не меньше продукции продавала. Но когда Путин говорил, что без российского рынка экономика Европы загнется, это была очередная больная фантазия неофюрера. Когда мы говорим о том, что европейский рынок был крайне важен для российский рынок был крайне важен для европейских компаний, это несколько преувеличено. Европейские поставки товаров очень легко диверсифицировались на другие рынки. Одной из первых стран Евросоюза, которая быстро переориентировалась на работу с другими рынками, стала Италия. Если в 2021 году государство было седьмым торговым партнером России, то в прошлом году экспорт итальянской продукции в страну агрессора сократился на треть. Но несмотря на это, по итогам 2022 года итальянскому правительству удалось существенно улучшить внешнеторговый баланс страны, так как значительно выросли поставки товаров в Турцию на 38,4%, страны Южной Америки 33,8%, Швейцарию 24,5%, США 22,4% и Японию 22%. То есть страны даже не с Европейского Союза, которые очень таки успешно заменили Россию и стали для Италии возможностью для развития своего экономического благосостояния, развития торговли. Италия не только много экспортировала товара в Россию, но и проводила немало закупок. По данным таможенной службы Российской Федерации, в 2021 году экспорт России в Италию составил почти 20 миллиардов долларов, увеличившись на колоссальные 93%. По сравнению с 2020 годом. Италия была основным покупателем российских продуктов в Европе и обогнала по этому показателю даже Германию. Но все изменилось после 24 февраля, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Они начали ограничивать свое сотрудничество экономическое с Россией. Российский импорт в Италию в 2022 году обрушился почти на 63%. Первое, что сделало итальянское правительство, сократило закупку российского газа. В 2021 году Италия импортировала из России около 40% всего потребляемого газа, а уже в октябре 2022 года его поставки из России составили меньше процента. Европейцы очень быстро нашли альтернативные источники поставок энергоносителей в страну. Во-первых, появилось несколько плавучих LNG-терминалов. Во-вторых, были расконсервированы на севере Европы, в Норвегии, газовые месторождения. И резко увеличили количество закупки угля. И активно уголь пошел в Европу. Австралийский уголь, американский уголь. Санкционная политика Европы против российских энергоносителей привела к тому, что цена на газ упала до показателей двухлетней давности и держится на уровне 700-800 долларов за 1000 метров кубических. Все это привело к тому, что в начале этого года ожидание роста Европы, экономики Европы улучшился. Европа практически полностью смогла переболеть за 22-й год, убрав из себя российский энергоноситель.
Италия показала пример того, как быстро переориентировала свою торговлю с Россией на другие рынки, чем улучшила свое экономическое положение. Как сообщает Истат, экспорт итальянских товаров за 2022 год вырос на 18,2%, а импорт на 11,3%. И все это на фоне значительного сокращения товарооборота со страной-террористом. Как показывает пример Италии и многих других стран в мире, Путин ошибся в очередной раз. Он сделал роковую ошибку для себя и для своего народа, превратив экономическую могущественность России просто в тыкву.